si dormía Roder, decía Bobro y Calisa Martí, farolillo rojo de la flota que navega a 4.600 millas del primero, preparados para afrontar una fuerte depresión con vientos superiores a los 60 nudos y que deberán hacer frente a la misma aproximadamente mañana por la mañana. Realmente es impresionante cómo está escrito y cómo está vivido este viaje, ¿no? Дорогие товарищи, еще в конце 1921 года, когда советское государство залечивало тяжелые раны гражданской войны, великий Ленин в беседе с инженерами-изобретателями говорил: «Пусть вас не огорчает, что некоторые товарищи не верят в замечательное будущее космонавтики. А я вот верю, глубоко и твердо верю, пройдет 20-30 лет, а может и все 50, и советский человек, именно советский, совершит это сказочное путешествие. Это будет большим, чудесным праздником науки всего мира».
же первый пункт. Ребятам, двоеточие. В космосе хорошо изучать географию. Видны целые материки, моря, острова. Целиком Средиземное море. И за 2 часа совершаешь кругосветное путешествие. Ноги совсем не нужны. Вещи уплывают. Неряхам там не место. Особенности питья, еды, движений, сна, одежды. Надо вот ребятам сказать. Заходы и восходы солнца очень интересны. Невесомость. В чем она хороша, и очень плохо привыкать снова к возвращению к земле.